Приветствую вас на 284-м видеовыпуске «На доске». Сегодня опять не за доской, а за столом, потому что ее до сих пор не повесили, а мы хотели записать еще один выпуск, пока есть такая возможность. Собственно, какая тема? Что самое важное в линкбилдинге сегодня? То есть вот все спрашивают постоянно, какие ссылки больше всего работают, что больше всего влияет и так дальше. По факту есть топ каких-то ссылок, которые мы используем, но мы их используем только по одной простой причине, потому что это масштабируемо, да? То есть, например, PBN очень масштабируемый, очень прогнозируемый, можно, в принципе, просчитать, будет что-то или нет, и сколько нужно ресурсов для этого. Outreach то же самое, Crowd то же самое. Но по факту, если зайти в топы, посмотреть тематики, не те, в которых вы все время продвигаете, а на другие проекты, то можно увидеть, что множество проектов вылазит только за счет естественных каких-то вот таких вот ссылочек. И возникает вопрос, а могу ли я повторить эту стратегию, могу ли я построить эти ссылки и так дальше. И самый основной ключевой фактор — это то, что нужно не лениться, взять, зайти в Ahrefs, Majestic, либо в другой сервис и посмотреть, что же делают эти ребята, именно системно делать. То есть я вот вчера увидел сайт, который в очень конкурентной тематике, в той тематике, которую я продвигаю, практически не использует ничего. И там дело не в том, что они там что-то закрыли от конкурентов и так дальше. На самом деле там очень все понятно, очень внятно, очень понятна динамика, что они делали и так дальше. К чему это все говорю? Если ставить за приоритет системно смотреть раз в неделю эти сайтики, то все будет хорошо, все, вы будете постоянно получать какие-то идеи. Особенно это мотивирует, когда затраты на обратные ссылки идут в месяц, там, для некоторых проектов там, десятки тысяч долларов в месяц, да, на обратные ссылки, то хочется как-то оптимизировать это, хочется как-то сделать более... более естественные ссылки, более дешевые, более эффективные, дешевые, которые дадут результат и так дальше. Собственно, все смотрят в эту сторону, особенно в Штатах. Вот представьте, вы пришли в... Точнее, вот есть большая, например, страховая компания, она как бы гигант на рынке. Если вы вот начнете делать тот же процесс аутрича для нее вот прямо сейчас, например, размещать на каких-то блогах посты, то есть оно в принципе будет работать, оно ок, но нужно продумывать более детальней, не увидят ли эти конкуренты, а если увидят это конкуренты, то они спокойно увидят эти посты, то это может повлиять на репутацию компании. Соответственно, вот эти вот бесплатные, дешевые сабмиты, комменты, какие-то варианты раундапов и так дальше, это все нормально. Это, если в меру это использовать, то дает какой-то тоже дополнительный буст. Собственно, просто предлагаю заходить на Ahrefs, смотреть сайты по вашей тематике, системно это делать и получать ответ на вопрос, а не читать множество блогов, в котором там топ-списки вариантов ссылок, которые работают сейчас. На сегодня это все. В следующий раз уже будет на доске, более структурировано. Не забывайте подписаться на наш канал, задавайте обязательно вопросы в комментариях. Новая фишка, отвечу на все вопросы, которые вы зададите. Поэтому не ленитесь, задавайте, если вас что-то беспокоит. И до новых встреч. Пока!